Спасибо. То есть фактически мы говорим о том, что как фундамент молодым врачам, например, да, это неплохая схема, но идет Да. грацилизация. Даже за эти 100 лет то, что произошло с лицевыми костями, с ретинирной зубом мудрости, мы видим эту, насколько несоответствие идет истончение костей, а зубы остаются при этом тех же размеров. Ведь проблема с ретенцией и дистопией зубов мудрости – это фактически то, о чем мы сейчас говорим. За 100 лет мы получаем вот такие вот моменты. Как я говорю, я очень благодарен вам за вот это значение. То есть фактически мы подытожим, что есть 5 принципов, которые мы должны, в принципе, принять во внимание от профессора Чернорусского. И согласно нему, сейчас мы можем с вами подискутировать, пройтись по тем вырезкам, которые я для себя сделал, и ввести врачей вот в эту тему очень интересную, конституционально ориентированную стоматологию. Один момент, и хотел бы, который нам имеет смысл учитывать. Вот я анализировал недавно социологические исследования касаемо количества работоспособного населения в нашей стране в том числе. И если смотреть, то как раз вот с периода, когда Чернорусский вел активную деятельность исследовательскую и клиническую, со времени и после окончания Первой мировой войны у нас было изменение конституциональное людей. Они становились меньше ростом и более субтильные. Это продолжалось и после Второй мировой войны, Великой Отечественной войны. Но суть в том, что на сегодня мы видим детей совершенно другого, извините, размера, объема, Точно. там, качества и так далее. Но суть в том, что мы начали с коридоров, да, был такой, прозвучал тоже термин, в педиатрии очень быстро поняли, что нельзя всех детей мерить под одну линейку, даже под две линейки. Даже рост, вес, возраст – это не только взаимодействие. Должны быть еще группы показателей. И вот, беря за основу, я считаю, что рекомендовано, конечно, абсолютно всем студентам, молодым врачам, и даже не молодым, или тем, кто как-то расширяет свои клинические возможности, прочтение этой книги и изучение именно осознанное, не как роман о любви взапой там читается за сутки, а действительно очень осознанное выделение и расширение своего кругозора как элемента фундаментальной базы для дальнейшей диагностики. Обязательно. Спасибо. Поэтому сегодняшний вебинар это только введение. Мы еще по диагностике сделаем второй и увидим на практике в третьем вебинаре, надеюсь, Марии Носовой, как это все имплементировать в практику. Итак, мы говорим о норме и о некоторых полярных значениях. Да? Мы называем это конституциональные нормы, конституциональные типы. Одним из таких достаточно известных моментов является индекс пропорции веса тела от роста. Да? То есть, в принципе, каждый из нас плюс-минус эту формулу знает. То есть, есть проценты худощавого телосложения, есть среднего, есть крупного, да, то есть вот этот рост один из тех, который каждый из нас, наверное, учил на физиологии, и индексы абсолютной величины, которые мы меряем. Соответственно, вот эти два параметра, они нам помогают взаимодополнить диагностический поиск. Например, возьмем сразу биотипы. То, что выделили профессора Олсен и Линда, два биотипа десны. Ну, то есть знакомы, наверное, каждому парадонтологу. Мы знаем, что есть пациенты с тонким биотипом, с широким биотипом. Зависит от просвечивания зонда парадонтологического через свободный край десны. То есть уже мы понимаем, что разные пациенты по-разному будут реагировать на лечение. Те, что с тонким биотипом, склонны больше будут к рецессиям, к ишемическим каким-то поражениям. Пациенты с широким биотипом дают больше кровотечений, например, ночных после операции, после получения трансплантатов. Пациенты с тонким биотипом более предрасположены к рецессиям, пациенты с широким биотипом к пародонтиту. И вот этот гипертрофический компонент и атрофический, он выражается не только в норме, но и в регенерации, и в патологии. Соответственно, тонкий биотип. Как вот молодому врачу определить, что за тонкий биотип? Мы понимаем, что есть тонкие сосочки, треугольные формы зубов и высокий компонент рецессии при ортопедических, ортодонтических, хирургических манипуляциях. Банальная ретракция десны может выражаться в том, что через неделю пациент приходит, и у него мягкие ткани ползли буквально с корней. Пациента с широким биотипом, вы видите, что это совершенно другой тип строения, то есть если его проецировать, экстраполировать на общее телосложение человека, то мы понимаем, что это более коренастые пациенты, склонны к гипертрофическим реакциям, к разрастаниям, да, соответственно, эксудативный тип, он также называется вот в книге Чернорусского, склонность как раз вот к таким вот отекам и так далее, то есть все это взаимосвязано друг с другом. Как это вот, например, зубному технику важно? Он уже, отмечая, что за тип десны, уже может подобрать гарнитуру на съемном протезе и угадать, например, у возрастного пациента, какая была форма зубов. Да, то есть пациенты иногда говорят, прям как мои, как вы угадали.
Мы просто посмотрели на мягкие ткани, на общий фон атрофический челюстей, да, тонкие худенькие бабушки, да, и коренастые мужчины с хищными челюстями, так называемый вот этот как раз хищный тип, которых природа готовит к таким высоким нагрузкам, выраженные массеттеры, крупные зубы, крупные челюсти. И тип травоядный, да, вот взяв эту тоже бабушку. Работы доктора Линды и Ланг, там Ланг два автора, они пишут, что, допустим, есть еще средний биотип, который 1-2. А мы наблюдаем из клинической практики, вы наверняка тоже, что есть пациенты с очень толстым биотипом. То есть вот они пишут все, что больше двух, а есть и больше трех, есть четыре. Поэтому мы для себя вот как-то вычленили еще одну категорию. Это пациенты с сверхтолстым биотипом. И есть оборотная сторона этого момента. У астеников все-таки обменно-вещественные процессы, они все более интенсивные, активные. То есть они носят функциональный характер. Почему они там не склонны к ожирению и так далее? У них другие тенденции, процессы патологические. А у пациентов гиперстенической конституции, по сути, это является нефункциональный объем. То есть тот объем десны, который есть, он не несет той адекватной нагрузки. Поэтому мне кажется, что в любом случае, кроме как такового биотипа десны, имеет смысл говорить о ее качествах. Ну так, забегая вперед, наверное, может быть, даже и далеко, мы подошли с осознанием к такому пока термину или понятию, как метаболический менеджмент мягких тканей. Потому что мы все бьемся за создание объема все время. Объема тут не хватает, добавили или там вырастили, нарастили, пересадили и так далее. Можно выделить уже две ипостаси его. Это хирургический менеджмент мягких тканей, когда мы путем манипуляций хирургических создаем этот объем адекватной, да, в общем, величины именно. И есть ортопедический менеджмент, это формирователи индивидуальные, временные коронки там, и так далее, когда мы с помощью там, протезов, конструкций тоже что-то какое-то создаем, объем, форму, да, тут больше, тут меньше, поровну или что-то. Но в этих работах я не видел нигде пока, и вот все, что мы смотрели, чтобы люди говорили о, или писали ученые о качестве этих мягких тканей. То есть тургор тканей, реакция на нажатие зондом, плотность как таковая мягких тканей, рыхлость или нет, потому что при толстом биотипе он может быть рыхлый. И предрасположенность к рецессиям тоже может иметь место даже при толстом биотипе. То есть вот это расширение на сегодня плоскостей оценки, которые тоже могут иметь показатели. Вот я считаю, что как основа, конечно, модель Чернорудского, она отличная именно как база. Но вот на сегодня уже хотелось бы в эти модели, в каждую, добавить что-то еще. То, что мы можем оперировать показатели, которые можем измерить. Действительно, свободный Спасибо. Болтающийся край мягких тканей в большом объеме 7-8 миллиметров, он для чего нам здесь нужен? Совершенно вас поддерживаю, прям в этом плане однозначно согласен. Чернорудский что дальше пишет? Он пишет, что по внешнему строению тела, то, что называют соматоскопическим, мы можем увидеть, что у пациентов, как правило, три основные конституциональные типа. Слева астеник, справа гиперстеник, посередине нормастеник. И он дает для каждого из типов определенный параметр. То есть фактически мы уже говорим, что промежуточная ткань, соединительная ткань уже отличается у них. Пастозный тип более рыхлый и фиброзный, более худощавый. Соответственно, говорится о том, что есть растительность равномерная или шея крупная, толстая у гиперстеников. Далее он продолжает, что значит, подкожжевая клетчатка, вот очень важный момент, сильно развита, и мускулатура массивна, то есть это хищный тип. Грубо говоря, он описывает такого маленького коренастого хищника, да, мышцы короткие, толстые, костяк широкий, прочный, тяжелый. Мы это видим также в полости рта пациентов, где массивные альвеолярные отростки. И, соответственно, вот он показывает пациентов в конституциональных гиперстенического типа, говорит о том, что есть предрасположенность у них к общему ожирению, к сахарному диабету. У женщин это диатез подагры, общее ожирение. Напротив, он говорит об астениках, пациентов, у которых рост выше среднего, что долихоцефалы или аденоидный тип, сейчас мы это называем. Соответственно, губы тонкие, волосы не склонны к облысению, шея тонкая, длинная, и гортань вот в виде КДК. То есть уже пациента можно, например, коникотомию, кому делаем, примерно смотреть, да, насколько выражено адамово яблоко, уже примерно даже по наличию КДК, выступающая на передней поверхности, уже посмотреть на примерно конституциональный его тип. Соответственно, дальше кожа, он говорит, тонкая, это и со слизистой тоже коррелирует этот момент.
Показываются пациенты, которые склонны к хроническим холециститам, к болезни дыхательных путей, то есть в основном это бронхиты, гайморитые, аденоидный вот тип, опять же идет связка. Женщину с висцероптозом, спастическим колитом он показывает. Показывает, что мускулатура развита слабо, подкожно-жировая клетчатка развита слабо, ну, соответственно, такой мы называем травоядный тип.